Так, сейчас будем вспоминать. Типа, всем привет. Всем привет. Всем привет. С вами снова Билли, со мной Иришка, и мы продолжаем проходить Resident Evil 7. После долгого перерыва мы решили возобновить эту игру. И в прошлый раз мы закончили на том, что... Сынок, добро пожаловать в семью. Это она нас тащит? А, нет, это он тащит нас, а ее на руках. Почему ее на руках, а не нас? Она на руку, может, пришьет нам? Итану. Come on. Don't you die on us now. You have work to do. А, ясно. Степлером прихуярили. Зашибись. Не вздумай тут помирать, пока дело не сделаешь. Это Мия, по-моему, сказала. Её же голос? Или другой Нет, женский? Нет, это, по-моему, Зоя, которая звонила. Да? Where am I? Где? Какого чёрта? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb son bitch wasn't no good if it hit him. Lucas! Почему? Hit boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Блять, это что вообще такое? Shit, he's not eating it, Jack! He's not eating it! Get the hell out of here! I'll face that for him! Get the hell out of here! You're a son of a bitch! Oh, I can't believe it, you son of a bitch! Классная семейка, да? This was supposed to be a very special feast. My boy. Сопротивляться? Я думаю, ты такой же, как они. God damn it! I bet it's that cop again. God damn pigs! I'm coming back for you. Интересно, они едят это? Ой, здравствуйте. Встань. Ты не уверен, что он мог? Можно встать. О, видишь? Он привязан. Нет? А, нет. Вперед. Вперед? Угу. Хорошо. Из песней. Ну-ка. А, нихуя не видно. Открытая бездна, Клейф О'Брайен. Прочитаешь? Без вести пропали три видеоблогера. Власти штата просят помочь им найти трех мужчин, которые 9 числа этого месяца поехали из Нового Орлеана в округ Далви и пропали без вести. Это как раз те мужики. А-а-а. Пропавшие Питер Уолкин, Эндрю Стикланд и Кленси Джавис. Эта троица выкладывает свои видеозаписи в интернет. Все они отправились в Далви, чтобы снять видео для нового проекта. Они обычно снимают заброшенные здания и дома с привидениями. Ну вот, это те три мужика. Ну да. Только вот тот третий... О, а, патроны. А у меня пистолета-то нету. Куда у меня патроны? А что это вот появляются плюсики? Чем? Это я это... шмотки пытаюсь. Ну, типа оружие посмотреть. Оружия у меня нет. Иди ты кухню обследуй. Тетя. Да, надо на кухню. Что тут за классная кухня, на которой так вкусно готовят? Так, а что я закрыл? Может, тут что-то есть? Или нет, тут ничего. Да, видать, ничего нет. Мухи? Странно. Помойки. Ботинок. Опа.
что написано Эвелина. И внутри что-то есть. Ну ладно. А, у меня все вообще забрали. И тот инструмент тоже забрали. Там еще была комната. Да-да-да, сейчас посмотрим, что тут. Тут столовый набор. Ну-ка. Так, ну мы вышли как раз вот сюда. Так, там коридор. А что в коридоре? Сюда или туда? Как хочешь. Давай сюда, ладно. Какая-то большая комната, правда. Похоже, хрупкая штука. Возможно, ее можно чем-нибудь сломать. Гараж. Так, это спуск в гараж. Пошли в гараж сначала. Здесь ключ нужен. Инструменты можно взять и разбить. Здесь папа не там. Так, а это просто общая дверь. Пойдем, да, в гараж. Может, там что-нибудь найдем. Заодно, может, найдем, чем открыть эту хуйню. Заклеплена клейка ленты, которую нельзя сорвать рукой. Ну, короче, надо искать. Да, нужен какой-то инструмент. Значит, идем в коридор. Может, тут некуда. Он же уйдет? Нет, он идет сюда. Бля, давай не надо. Don't you go anywhere. Пытаюсь. Он бегает, блядь, еще медленно. Ключ. Нет, не надо смотреть на них. Блять. Этим кайфует, конечно. Зачем ты смотришь? Да я думал, может, подобрать там можно что-то. Я ключ взял, может, открою. Что ключ? Там лежал. Гараж, там не ключ, там чем-то надо открыть. Там какой-то инструмент. В смысле, зря время трачу, мне кажется, нет. Хоть он, конечно, приставучий. Чё делаем, чё делаем? Сюда нельзя. Блять, не пройти. Что делать? Уходи. Ага, уже. Ну а что сделать? Бля, вот он кайфует, конечно. А то нельзя было открыть в подвал? Ты не попробовал? Да я вот, да. Я думаю, на подвал. Здесь ничего нет уже. Нам в подвал. Хорошо. Давай, 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 давай. Не-не, нам не сюда. Надо его вывести отсюда подальше. I'm on to you. Я не успел. Он очень быстро с нами решил все. Бедняжка. Нога? Ты еще живой? Да.
этим подлатаешь ногу, у тебя получится. You can do it. Это, наверное, по сюжету. Ну что, полегчало? Все, ходить можно, да? What the fuck? Какого черта, говорит? А, мы, наверное, сказали, они его обработали тоже. Я же сказал, он такой же, как они. Лучше беги отсюда, папочка пришел. Да куда бежать, я не знаю. Открой карту. Сейчас, любимая. Слезу только вот с лопатой. Ты можешь с ним драться? Да не могу, я жму, потому что я не пытаюсь. Сынок. Блять, он еще мне нифига не добавляет лампы. Может, я надо что-нибудь домой? Спасибо, любимая. Нельзя сюда. Сюда нельзя. You know what they say. Once family, always family. А, на паузу игра не встает, когда паузу жму. Ой, когда карту открываю. Надо карту посмотреть. Фиш, как он задолбал, господи. Да убей уже меня. Какие-то травмы я взял. Но это уже смерть, я думаю. You're alone, and now you're gonna die that way. Честно говоря, игра меня напрягает своей сложностью. Преследователь Джек, если будете прятаться в темных местах и не будете шуметь, Джек вряд ли вас найдет. Mm-hmm. А то есть от него можно спрятаться? И не шуметь. Легко сказать. Так, но мы уже знаем, что нам надо в коридор. А, я в прошлый раз не взял тут, знаешь, что? Что? Какие-то, блин, травы. Во. Не знаю, зачем они. Наверное, для чего-то нужны. А где мы можем от него спрятаться? Я вот тоже не особо это понимаю. Может быть, типа вот забежал сюда и такой... Да, я думаю... Меня не видно. Ну, ну а как? Если будете прятаться, может заходить в комнату и вести себя тихо. Дверь за собой закрывать и так далее. Ну, да. Но он, блядь, быстрый. Я вот, ну типа, я так не могу быстро двигаться. Ну придется. Ты такая у меня простая, конечно, любимая. Да. Так, а здесь нет ключа? А с другой стороны, тут ключ не поможет нихуя. Прячься, я думаю, не надо ждать его. Я прячусь. Здесь не спрятаться. А где? Надо, допустим, в гараж зайти тихо. Не шуметь. Мне же надо его видеть. Это не место для прятания, я уверена на все 100%. Любимая, я просто смотрю, он сейчас пойдет в какую дверь. Я за ключом. Вот, а потом я хуй знает. А где ключ тогда я находил? Ключ уже не отсюда, точно. Здесь. Да, вот ключ.
Надо зайти в какую-то комнату закрытую. Вот сюда зайди и сядь. Сидите и карту посмотри. Вот здесь закрыто с другой стороны. Хорошая попытка. Откройте люк в полу. Так ключ тогда должен быть отсюда. Не факт, что ключ от люка в полу. You know I'm gonna find you, right? I do. Если бы еще было понятно, как он ходит, маршрут его, типа. Он просто тебя ищет. Ну, типа, знаешь, чтобы я понимал, куда он и как пойдет. Я думаю, здесь нет какого-то... Здесь ну, обычно нет. Это игры же, в них как-то ходит по маршруту, типа. The way out, you know. Фух. У нас ничего нету? Вообще ничего, у меня только ключ есть. Ну, значит, мы что-то не нашли. Ключ не отсюда и не отсюда. Ну, значит, нам надо ленту разорвать, разбить ящик вот в гараже даже. Ящик надо разбить чем-то тяжелым. Я не думаю, что может кончить просто... Там, когда подходишь к нему, он говорит, что надо чем-то разбить. Что-то нужно другое. Тут кирпич вообще, блядь, есть, хоть им. Come out, come out, wherever you are. Блять. Открыть дверь в полу. Люк в полу. Чем я, блядь, его открою? You gonna have to do better than that, boy. Я не заметил. Здесь ничего взять нельзя. Открыл. А, так вот, все-таки открывается. Быстрее. Я пока не могу зайти. Все, зашел. Фух, блядь, как он заебал. Но мне кажется, он сейчас найдет нас. Да. Ты не стой на месте. Я пытаюсь понять, куда идти. Ну-ка. А, так мы под полами. Древняя монета, а нахуя она нам? По-любому он сверху как-нибудь попытается да. Пролезть и будет скрим из-за этого. Какая у нас дальше цель? Сейчас, подожди. Выберитесь из дома. А вот за закрытой дверью сейчас я. Сейчас мы все тут исследуем. И что это за коробка, блядь? А, вот открывается. Там отмычка есть. Ага. Разорвать. Карта главного дома. Забираем. Телефон и ящик какой-то. А в ящике вот здесь... Это я забрал вещи, которые у меня были. О, по-моему, не все. Где, блядь, пистолет мой? А слушай, может тут и пистолет лежит? Как же они воняют. Эпоксид, можно объединять предметы и трава. Какие предметы можно объединять эпоксидом? Травы и эпоксид, это будет аптечка. А, вот я скрафтил одну аптечку. Понял. Нас поймали, короче, семья вот эта конченая. И мы сбежали от них. Да.
И теперь мужик за нами охотится. Отец, по-моему, это. Да, батя этого семейства за нами охотится. Я думаю, нам надо вот сюда опять. Осторожно. О, бери телефон. Это здесь телефон? Да, наверное. Нет? Да, да. А, вот, да. Надо трубку взять. Конечно. Когда звонят, надо брать трубку. Вдруг это из Сбербанка. You did good, Ethan. Итан, ты молодец. What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. Right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Где у нас центральный зал? Может, посмотреть? Сейчас посмотрим. Карте. А кто такая Зои? Hell of a girl. Кстати, а чё там кот орёт? Не знаю. Тут дверь вроде открыта. Посмотри на карте, где центральный зал. Так, ну вон там. То есть нам... А мы можем через эту дверку выйти? Там через кухню надо идти. То есть это надо через этот коридор. Вот здесь вот тоже, смотри, проход есть. А, есть. Давай посмотрим. А, мы открыли. Тихо. Осторожно. Ой, тут прям открытое пространство, мне кажется. Не забывай, что за нами следят. Ага. И у нас нет оружия. Вроде никого нет. Вы его не знаете, но такое чувство, что он козел. Это тот безумный муж и его жена. Понятно. Так, давай не останавливаться. Да я думаю, чем бы это отпереть. У нас нечем. Тут нужна какая-то штучка. Нам же выйти нужно. Я думаю, нужно послушаться Зои. Не, ну я пошел, как по карте было. Нет, там же закрыто, вон, видишь? Вон, показано, что нет входа. Вот где... А. Видишь? То есть, да. А как вы в ту комнату попасть тогда? Через кухню. Обрати внимание, получше посмотри. Вон, кухня, кладовка. Обеденный зал, гостиная. Центральный зал. А нам надо в центральный зал. Мы вот здесь, мы вот в этом коридоре. Все понял. Да, да, нам надо как-то... Давай-ка вернемся в сейвовое место. Мне что-то тут страшно. Мне тоже страшно. Дверочку закрываем. Так, вернулись к тому, с чего начали. Короче, вот туда в надо. В коридор, да, и мы пройдем. Но мне кажется, не будет так просто. Так, коридор. Тут ключ нужен. Может быть, ключ в гостиной или в гараже? У нас, я так понимаю, нет ключа. А в центральной же... Вот сюда имеешь в виду? Да. А как туда попасть? Я не вижу здесь прохода. А, ну тогда давай искать ключ. Давай. Попробуем гараж? В гараж, по-моему, мы спускались. Мы же были в гараже. О, там кто-то есть. Кто долбится, да? Да-да-да. Ну иди, он же не внутри. Здорово. Hey, over here. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? Полицейский, что ли? Да. Me, no. No. All right. Now we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. Вот как. То есть это мы виноваты. I'll tell you whatever you want. О, гараж. Гараж хочет? Да, да, давай. Wait, you gotta give me your gun. Он что-то не очень хороший. Look. Возможно, он даже в курсе происходящего и просто им нужен. Да, я тоже так думаю. Чувачок. Do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Он даст пистолет. Нож? A fucking pocket knife? Ну, хоть что-то. Я думаю, на нас сейчас будут нападать. Ну да, оружие нам не просто так дали. Живо, давай быстренько. Смотри по карте, куда идти. What am I gonna do with a knife? Обязательно. Мы недалеко, по-моему. Гараж? Да, спускайся. Ага, теперь можем снять изоленту. Давай, нажимай. Слушай, я каждый шаг боюсь. Давай. Заходи.
Опа, это он? Да. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my question. Что-то будет сейчас. Мне кажется, его убьют, если он нормальный. Hey, put that door back. Put that door back. Wait. Блять. Хуя себе. Будь наготове. Так а я чё? Пистолет, пистолет. Давай. Бать, он сильный. Давай, давай, стреляй. Еще. Блять. Давай, давай, отходи. Блять, нет патронов больше. Нет патронов. Уходи, уходи, вон дверка открыта. Нет? Ключ от автомобиля. Давай. Ты чего, сынок, патроны кончились? Давай. А почему он такой, блять, непробивной? Дать задний ход, нажать на газ. Попробуй выйти. Давай, доби его. Я так и хочу. Я, блядь, сейчас по нему проедусь максимально. Что-то ты не бьешь по нему. Блядь. Я думаю, на нем машину оставлю. А, нельзя так? Мне надо что-то еще сделать. Да, да, да. Попробуй выехать. Ну, нельзя, нет, нельзя, да. Что-то. Что? Хороший. Выходи! Да я не могу. Блять, что? Выходи! Да я не могу. Нужно... Он рулит за меня. Он, видать, покажет, что делать надо сейчас. А что делаешь? Один на один мужик на мужика, серьезно? И он сейчас отрубится. Надеюсь, что нет. Это он справа? Выходи. Можно выйти? Если я смогу, я выйду, не переживай. Он живой. В этом-то и проблема. Они какие-то необычные люди, раз им похуй на пистолет. Тихо, тихо. Так, ну ладно, он без сознания. Давай-то с ножом походим. Центральный зал, сказали, нужно Ебать. Идти, не забывай. Там загорелось. Я думаю, может, вот здесь? Ага, эпоксид. Ебать! Эпоксид, это что? А я, если бы знал... Это вообще клей эпоксидный. Попробуй на него вылез. Блять. А где он? Где-нибудь над тобой. Да ёб твою мать, да что, это вообще ненормально. Почему он такой бессмертный? Куда нам бежать-то? А, вот лестница какая-то. Давай, 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 давай. Я не могу, кстати, на неё... А, вот, всё, могу. Блядь! Бей его. Давай. Я так понимаю, ему на пофигу. Лестницу, на лестницу. Где блин, ну он это сделал зал, как бы сам. Гильзы для дробовика. У меня нет дробовика. Это что? О, ключ. Тут что-то есть. Да. Крутится. Блин, а, там болт вытаскивается. Ага, все, мы забрали статуэтку быка, мы сможем попасть в этот зал. Все, отлично. Так, куда дальше? Ага, доски, вижу доску. Нет? Не на нее мне. Ладно, попробуем спуститься отсюда просто. Будь осторожен. Ладно, ты тут можешь почить. Так, сюда нельзя, окей. Там тоже прохода нет. Давай пробуем назад просто, maybe. Mm-mm. Нет. Да ёб твою мать, а куда? Я что-то на лестнице пропустил? Тут ничего нельзя сделать. Oh. О! Аптечка, окей. Ну, хоть аптечку забрал. Жалко копа, на самом деле. Даже нам ножик дал. Давай, давай попробуем на лестницу еще посмотрим, что там, что-то я пропустил. А залезть туда нельзя, там как бы. Слушай, что? А, отодвинуть можно. А. Да я тихо. Понимаю. Что давай, давай. Посмотри, где центральный зал.
Да я помню, как туда пройти. А, хорошо. Будь наготове, мы не одни в этом доме. Там еще мамашка, сынок. Мамашка вроде не сильно. Ну, знаешь себе. Ты помнишь, как идти в центральный зал? Да-да-да, все правильно, идем. Все правильно. Вот тут проломленная стена. Это что? А, это какая-то хуйня еще одна. Так, где это была? Рашка. Вот он, бык. Открывай, блядь. Травы. Стреляй в меня, стреляй. Там... Вроде никого пока тут нет. Давай все исследуем. Порох. Древняя монета. А нахуй она мне нужна? Бери побудь. Не хамфу. Возьми. Да подожди, давай все посмотрим. Ну перестанет звонить, потом будем долго ходить. Маятник от часов, окей. За 2 года пропали без вести более 20 человек. Капитан Хауэлл из полиции штата сообщил репортерам о начале поисков Хелен Митгиф, студентки колледжа из Северной Каролины, которая направлялась в Луизиану. Последний раз ее видели вечером 21 числа этого месяца. В последние 2 года резко возросло количество сообщений о пропаже людей на юге Луизианы. Прочитай вот это. Большинство пропавших – туристы или бродяги. Считается, что уже пропало не менее 20 человек. Полиция подозревает, что убиты, и считает, эти случаи могут быть взаимосвязаны. Разработаны планы по выделению дополнительных следователей и проведению дознаний на местах. Понятно. Мы не взяли трубку. Да-да-да. Я думаю, она еще зазвонит. Обычно так происходит. Так, а это... Ага, это какой-то кинопроект. Ладно, давай возьмем... Не звонит никто. Не, можно вроде здесь. Пропустили. То есть надо вовремя брать, конечно, типа? Конечно, я же тебе говорила. Ну, пиздец. Ладно. Я думаю, там была бы подсказка. Но теперь уже ничего не делаешь. Иди наверх, там сейчас, лестница. Сейчас, погоди. Вот что-то вкусное есть тут. Нет, тут вряд ли что-то вкусное. Так. Тут есть лестница, есть проход туда, и есть... А, ну лестница, в принципе, одна, обе туда. Так, а здесь что-то... Конечно, телефон плохо, что не взяли. Ну да. Ого. А, тут что? Орел нужен какой-то. Видишь, там фигурка на картине орла. Угу. Положите посторонний объект на темный постамент. О, мы ачивку получили. Но орла у меня нет вроде бы, да? Какая-то... Не знаю. Да, орла нет, орла надо будет найти. Окей, давай на лестницу. За телефоном телефончик. Блять, а тут другой телефон? Внизу телефон звонит. Блять, бегу. Скорей. И кто там? Did my daddy give you a hard time? Тебе влетело от папочки? He used to be. Серьезно? He's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Это как мы играли в этот, в отель Scare. Yeah, помнишь, тоже нам по телефону пиздела постоянно баба? Uh-huh. А потом выяснилось, что... О, кстати, тут подсобка. Это что, эпоксид? Наверх. Подожди, а мы можем что-то вообще сделать с этими вещами? Порох... Объединить предметы. Можно объединить с пистолетными патронами. Что у нас? Водительское удостоверение. Нож, пистолет, аптечка. А где эпоксид? Нам не нужен разве? Ну ладно. Место, во всяком случае, я освободил. Чего тут наверху? Тут наушник вываливается. Что тут? Фотка девушки, сзади написано Эвелин, 2 мая 2014-го. Я думаю, это для чего-то понадобится. Ты даже не посмотрел, что сзади. Просто как-то... Нормально. Мне кажется, нам в другую сторону. Тут что-то отмычка, может быть? Нет, не подходит. В другую сторону иди. Я все исследую, вдруг где-то что-то полезное будет потом искать. Блять.
К двери, к двери. Зачем ты к ней подходишь? Я хотел ее ножом искромсать, но игра не позволяет. О, это второй этаж. Тут тоже комнат полно. По-моему, ты не в ту сторону пошел. Там он. В смысле, не в ту? Откуда ты знаешь, какую надо? Шлем. А можно нельзя, нельзя надеть? Нет, нельзя. Дверка закрылась. Тут тоже надо чем-то открыть, но у меня нечем открыть. Порох, блядь. Что за книга? Её нельзя открыть? А, можно. Внутри лежит голова синей собаки. А почему мы не можем взять? Тут места нет. Травы. В этих растениях содержится много полезных веществ. А места мало, мне не нравится. Можно... А, траву и эпоксид объединяешь и получаешь хилку. Все, найс. Тогда мы открываем книгу и подбираем эту голову. Может пригодится нам. Хотя нам... А, орел? Там не орел? Где? А, это мусор, ладно. Мусор с орлом перепутал. Так, недостаточно места. Косяка. Это Мия. Да, это... Не нравится мне, что места у нас не хватает. Сообщают о надвигающейся буре. Несколько лет назад мне пришлось потрудиться, чтобы устранить последствия бури. Наверное, надо укрепить окна и упрочнить крышу. Может, Лукас мне подсобит. О, вода наконец-то сошла. Ваш основной дом не пострадал. Вот старый дом сильно поврежден. Лукас сегодня умется насчет большого корабля, который выбросило в проток реки. Если это правда, надо бы сообщить в округ. Завтра пойду и сам посмотрю. Не знаю, чем это нам поможет, но... О, может подвинуть еще джебку? Давай на тебя подвинем. Вот так. Такую красоту прятать. Когда подлизнул. Так, 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 дверка. Это, видимо, коридор, который я тогда видел. Угу. Ага, окошко. Пистолетные патроны. Это можно вскрыть, может быть, вот этим? Откройте что-нибудь отмычкой. Гильзы для дробовика. У нас дробовика еще нет. Походу будет. Что-то сейчас будет. Подожди. Я тут что-то не подобрал, что было важно. Вот, кассету вот эту возьмем. Мы орла не нашли. Там на темный этот постамент нужен был орел. Маргарита, перемести мерзкого хиппи, которого мы поймали из зала в зону обработки. Да никого мерзким хиппи назвали. Не надо, не надо. Не трать патроны. Написано было стрелять по ним. Во, уничтожьте статуэтку, мистер везде. И внизу такая же была. Это для ачивок. Конечно, патроны мы теряем, но... Это я не могу открыть, к сожалению. А это что? Ничего. Похоже на лестницу как будто бы. Но, наверное, нет. Уходим. Не туда. А куда? Так нам же... Мы можем пройти вот этот коридор, а можем вот так. Мы anyway в него пойдем. Здесь нужен скорпион, здесь змея, здесь какая-то змея. А у нас есть волк. Я не знаю, где нам волка применить. Давай дальше. Можно еще вот туда вниз опять спуститься. Ну давай мы сюда пойдем, раз мы на втором этаже уже. Травы, 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 травы. Ничего полезного. Ой. Пистолетные патроны. Основная сложность в играх таких — это количество патронов. Порой. Это что, я сделал? Воду смыл? Может, там что-то лежать будет? Древняя статуэтка. Она будет отображаться? Нет. Так, ну может мы можем что-то объединить? Блять, не можем.
Сообщение от Мии. Распечатка электронного сообщения от вашей жены Мии, которая пропала 3 года назад. А нам надо? Сюжетная? Не знаю. Голова синей собаки. Что нам из этого, блядь, надо? Я, мне кажется, голова собаки почему-то пригодится. Явно она что-то откроет. Но здесь, надо запомнить, что здесь древняя статуэтка лежит, короче, в ванной. Так, еще вот тут можно ли пройти? Эпоксид. Окей, это на хилку. Мы можем вниз спуститься. Таким образом... Слушай, да, можем, но я очкую что-то. А зачем нам вниз? Ну, вообще, не знаю. Давай тогда вернемся на первый этаж. Давай вниз тогда, раз там ничего нет. Я говорю, пойдем вниз. Нет, я имею в виду вон там, так спустить. А вот мы вот на первом этаже, помнишь, лестница, и там был еще проход. Ну, не знаю. Вот лестница, и внизу был проход. Нельзя в нее стрелять, да? Жаль. Где был проход? Вот сюда я не ходил. Дробовик нам нужен лучше. От чего отказаться? От ножа. Найдите 3 собачьи головы и откройте дверь. Найдите вход в зону обработки. Раздобудьте дробовик. У нас 1 собачья голова. Стой. Слушай, дробовик нам нужен. Сейчас. Надо отказываться от чего-то. Как-нибудь. Блять, как же неудобно. Зачем нам сообщение от Мии? Сейчас подумаем, может быть... Дробовик-то, конечно, надо бы забрать, это я не спорю. Может, вот сюда что-то... Может, вот это можно? Нет? Да. А, нет. Нет? Тут какой-то орел нужен. Ну-ка. Не. Да, это так не работает. Тогда я не знаю. Просто что-то выбрасывать, а вдруг оно пропадет. Видеокассета с Мией. Может найти какое-то видео этот. А вот, потратили сюда 1 голову. Все, идем за дробовиком. Короче, надо 3 головы найти и вон туда прихуячить. Я иду за ним. Я, походу, недостаточно места. Почему мы не можем положить дробовик? Он что, занимает много места? Да, видимо, да. Ой, бля. Давай-ка то откроем. Давай. Кто его закрыл? Может, ты откроешь, пожалуйста? Хорошо. Ну, в принципе, у нас есть хилки. То есть лечиться у нас 2 штуки есть. Может, хилки, а не расходный материал? Блять. Может, пистолет под дробовиком менять? А зачем маятник? От общих часов. На нем написано «Общая комната». Па-па-пам. Бля, как же сложно. Надо, блядь, думать. Общая комната, гостиная. Почему так мало места? У нас почему-то, кстати, маятник от часов, он как бы добавляется в расходные предметы. Я думаю, это не просто так. Вот это мы не можем выбросить. А. Мы можем траву выбросить. Объединить, осмотреть, выбросить. Выброшенный предмет нельзя вернуть. Даже так. Ну ладно, давай траву. Я думаю, травы надо. А, их можно использовать. Давай используем. То есть вот так вот, да? Зарядил? Да, зарядил.
Тихо. То есть ему надо что-то положить в руку. Пистолет? Нет? Нет. Может, флаг ему можно положить? Нет. Короче, придется отдать ему опять дробовик, видимо. Надо что-то найти на замену. Блять, как же это неприятно. Надо уходить отсюда искать. Так, так, здесь больше нихуя нет. Либо надо возвращаться в те комнаты, либо пойдем наверх, посмотрим, что еще. Может, что-то упустили, я не знаю. Может, двери вот эти тоже открыть не получается. Так, шлем есть, дверь закрыта тут. Что, может, кибелерный? Нет, слишком легкая хуйня. Тут нужен скорпион. Какой-то. Не, мы здесь ничего не упустили, надо дальше идти. Вниз хочешь спуститься? Да, да. Ну, пойдем попробуем тогда по лестнице вот здесь спуститься. А, древнюю статуэтку, кстати, можно взять. У меня же место освободилось. Может быть, ее можно положить? Осмотреть. Так, она тяжеленько, наверное, нет? Хотя как он возьмет у него. Ну да, вообще она не похожа на. Блять! Ты ебанутый! Круто, а? Куда лучше. А, так он регенерирует. Он, ты не убьешь, не трать патроны, убегай. Но мне надо как-то его. Мне не надо убегать. Все равно. Блять. Блокируйте вражескую атаку. Я блокирую. Ебать, у него, кстати, оружие. Уходи. Да я рад бы. Вниз. Уходи, уходи, уходи! А! Ты чего меня пугаешь? Ты меня, кстати, пугаешь больше, чем я. Надо убегать, не туда побежал. Почитаем, может? Уходи! Да я пытаюсь его обмануть. Да не пытайся обмануть, надо убегать в центральный зал. Блять, теперь еще от него бегать, ёб твою мать, и так нихуя непонятно было. Он сейчас может с той стороны блять, оказаться. Вон он, вон он. Я думал, может, он отстал. Да, блядь, нихуя. Теперь я часть семьи, видишь? Опять сюда пришел. Да я уж понял. Посмотри, куда идти. Ты где вообще? Ничего не открылось. Он за нами сюда не идет почему-то. Ну, потому что, значит, нам надо отсюда выходить. Смысл в этом. И идти куда-то. Просто бабка ушла. Посмотри, ты торопишься. Посмотри на карту. Открыл карту. Мы там. На... Мы вот. Да, на мы... втором этаже. Здесь мы нихуя не найдем. Если только спустимся опять по лестнице. Ты выключил быстро карту. Ты... Ну, что ты хочешь увидеть? Ну, мы можем пойти. Скорпион, нам нужен ключ, змея. Нам нужно, во-первых, по квесту найти три собачьи головы. Одну мы нашли. Получить дробовик надо. Но нам, чтобы получить дробовик, надо что-то тяжелое. Ладно. И надо зону обработки. Но где зона обработки? На первом этаже где-то? Давай попробуем еще раз спрыгнуть. Блять, ты ебанутый! Как он там оказался? Ебанутый! Он еще так, сука, напугал. Сука, он такой, бу, блядь. Пидорас. Как же ты заебал, блядь. Ты че так вяжешь? Гараж, может, я не знаю. Ублюдок. Да я понял. Я тебя как жука раздавлю. Мне вообще кажется, что он тоже нам дал лекарство вот это, и мы теперь тоже регенерируем. Бля, он застрял. Блять, не застрял. Мне кажется, нам нужно вниз, а не сюда опять возвращаться каждый раз. Это ошибка здесь. Я внизу. Просто пытаюсь выжить, пока думаю, Ириш. Я больше ничего не хочу. Вдруг...
Мне страшно. Заткнись, просто заткнись. Это с кем он так? Ой, мамочки. Гараж может? А чё в гараже? Подожди. Я в гостиную нам бы. Там что-то можно открыть? Пистолетные патроны. Ну давай в гараж послушаем тебя. Я не знаю. Ну, ты взяла ответственность. Я не брала. Наверх лезь. Вряд ли он полезет за тобой. Блять. Сложное решение принимать. Ты, кстати, мне наушник выдавливаешь. Блять. Так, ну это выход из гаража. Родных не выбирают. Блять, ну может быть. Есть одна мысль. Какая? Это надо вернуться опять в ту комнату. Он сейчас выйдет отсюда. Он нас потерял. Ну, я и говорю. А здесь все взяли? Да вроде бы, да. Блин, он идет сюда, убегай! Да я пытаюсь не привлекать внимание. Тут нихуя полезного. Что делать? Помогите. Нихуя. Я уж тут был. Три видеоблогера пропали без вести. Мы что-то упускаем. Угу. А двери все закрыты? А тут все закрыто. Мне надо в ту комнату попасть. Есть одна мысль. Но я не знаю, рабочая она или нет. Он где-то рядом, он здесь по любасу. Он не пуск... Нет, он не тут. Окей, идем в эту комнату. Какая он зашел в нее, походу. Да, вот он. Что за мысль? Вот эта мысль. Серьезно? Можно ли тут что-то сделать вообще? Блять, нет. Тихо, не лиши меня наушника. Может, блять, закрыться от него? Да, кстати. А, нет, нельзя взять дробовик. А мне кажется, это был бы вариант закрыться от него. Блять, спускается. Слушай, это, наверное, так и связано. А чё, там, да, там же опций больше никаких нет, видишь? Ну, а может, из-за того, что он стал бегать за тобой, появился? Я уже anyway не могу взять. Надо что-то удалить. Сейчас он меня нахуй удалит. Куда статуэтку эту, блядь, придумать? Можешь ближе сесть? Блядь, там... Подожди. Что-то я тут запуталась. Да что ты будешь делать-то? Я не понимаю, что нам надо сделать. Поксит вот взял. Может остановиться, подумать, почитать. Ну а что остановиться? Я просто вот... Он не дает времени остановиться. Я тебя чую. Понятно, пойдем сюда. Раз он наверху, значит у нас есть время тут... осмотреться. Наверное. Тут... Но мы тут уже на самом деле были. О, нашли. Но мы тут были. Были? Да, мы же отсюда от него удирали. Ну, может, мы что-то тут упустили. Где мы? Мы в коридоре.
Что тут может быть полезного? Это мы сейчас в сейвовой комнате вылезем. Помнишь, где мы начали сегодняшний видос? Да, мы именно в ней. Ну давай сохранимся тогда. Но надо как-то что-то еще сделать. Как-то маловато. Может, алло, не алло? Зоя? Зоя, алло. Зоя, блядь. А, вот тут что есть. Тут же есть ящик этот, блядь. До меня не дошло. Давай-ка мы в ящик поскидываем какую-нибудь хуйню. Монетки, мне кажется, нахуй не нужны. Что еще? Водительское удостоверение, думаю, тоже не пригодится в ближайшее время, как и сообщение от самой Мии. Это мы переместим просто. Как... Мне кажется, смысл в том, что он как раз начал гоняться с тобой, чтобы взять дробовик, то есть закрыться от него, и может быть, ну я не знаю. Ну мы не вы, сейчас пойдем, можем попробовать взять дробовик и что-то вместо него, может быть, статуэтку эту положить. Ну да. Если получится, то заберем, если нет, ну тогда будем думать дальше. Давай так сделаем. Давай, хоть какая-то идея, это у нас вообще все по нулям. Вообще, мне кажется, в этой игре все по наитию понятно должно быть. Но мы с тобой не очень интеллектом отличаемся. Короче, идем в ту комнату за дробовиком. Дробовиком, да. Да-да-да. Мне просто очень страшно, если честно. А, отсюда нельзя вылезти? Нельзя. Ну, она закрывается сверху, надо через дверь выходить из той комнаты. Ну, давай. Я бы орнул, если бы он сейчас сюда спустился. А, да, кстати. Это пиздец был бы. У меня бы минус очко просто было. Мне кажется, в этом и смысл. Он начал с тобой гоняться, и, грубо говоря, ты ищешь укрытие от него, а там как раз укрытие. Не, не укрытие, а решение загадки вопроса, maybe. Давай. Полюбасу, блядь, там. Давай, давай. Он не просто там так крутится. Давай, давай, давай. Ты помнишь, как в ту комнату пройти? Да сейчас здесь его размонцуем. Да у не факт, что он пойдет, он всегда за тобой идет. О, поверь, он всегда за мной да, идет. Да, вон он. Быстрее, быстрее. Нет, быстрее. Я не могу быстрее, я на шифте и так бегу. Пошел нафиг. Пидрил он, конечно, редкостный. Давай, быстрее, быстрее. Забегай, бери дробовик. Давай. И что поменялось? Мне кажется, из-за дробовика можно его... Не да подходит. Блин. Да как так? Посмотри, может, в комнате что-то есть? Может, из дробовика можно в него стрелять? Да я тоже так думал, но он, видишь, не появляется. Может, подождать? Мне кажется, это в смысле в этом, что ты как раз из дробовика его здесь, типа, добьешь. Да фиг знает. Попробую Ириш. Его выловить, чтобы он там побежал. Он вон зашел сейчас. Угу. Давай, 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 бери. Нельзя. Что для этого? Дай нет. Пройти, блядь. Блядь. Тогда я не знал, что надо. Я делать. Тоже, если честно, вообще без идей. Он гоняется за нами, мешает, блядь. А какие еще, блядь, могут быть идеи? Какие нахуй идеи? Тут вот ноль идей. Блядь, я думал сюжет, а он нас просто остановил. Может, какую-то подсказочку. Да вот да, не помешало бы. Потому что это бессмысленно так бегать каждый раз от него. Ну, он нам не дает подсказок. Мы тоже не особо додумываемся.
А здесь что? В той комнате... Это баба? F. Там можно F нажать. Там есть дробовик. Но мы не можем это открыть. А возле... Та штука нельзя ее взять вон возле лестницы? Вон она стоит. Она там по весу. Кей, он легкий, и там F-ки даже не так появлялось. Так не обязательно, чтобы он был тяжелый. Там... Ты не думал об этом? Так, а я подходил, F-ки не было. Ну, нельзя взаимодействовать с этой хуйней. Может, в ванной опять что-то? Он же нас в ванной тогда нашел. Какой-то гаечный ключ бы, блядь. Господи, как же все отвратительно. Да, согласен. Древняя, блядь, монета опять. Какой-то гаечный ключ бы найти, что ли, тяжелый. А, окей. Короче, ванну отметаем. Ванной нихуя нет. Все, давай так. Ванну отметаем, все, ванна идет нахуй. Так, чё, он тут был с нами на этаже. В коридоре здесь тоже не ходит. Блядь, как ты заебал меня уже, блядь. Пойдем в гараж тогда. Может, я в гараже что-то проебал. Гараж, гараж. Дверка открыта в гараж. Пистолетные патроны. Нихуя нету. Сейчас уже припрется сюда. В машине тоже. И тут нихуя. Окей, выходим отсюда. Гараж тоже отметаем. Патроны. Может, прибить его надо. Слушай, а здесь ключ нужен. А да эту дверь нельзя? Он, правда, нас видел. Так, я думаю, скинуть монету нахуй, скинуть. Так, больше вроде скидывать нечего. Давай сохранимся. Так, что-то объединить можно? Объединить. Ничего нельзя объединить. У нас два слота свободных. У нас есть эпоксид. Давай эпоксид скинем тоже. Он все равно не особо полезен. Так, ну давай выходим отсюда. Ты во всех комнатах был? Как минимум в большинстве. Ботинок, но его нельзя взять. Тут нечем взаимодействовать. В холодильнике я смотрел, нихуя нет полезного. Это какие-то пила, веревка, ошейник. Тут я тоже был, по-моему, давай посмотрим. Итан! А, слушай. Чё? Еще один волк забрали. Забрал? Да, волка забрал, второй, нам нужно три. Где же нам третьего-то найти? Это их. А нельзя ножиком? Можно, отлично. Тут нихуя нет. Да как ты меня заебал? Я бы в этой комнате еще поосмотрелся, но он не дает. Это, видимо, в этом и проблема основная. Давай попробуем наебать его. Заведем его сюда. Спрыгнем и опять туда придем. Вот так как-то.
Блять, сейчас он меня наебет и выебет. Ты же хотел спрыгнуть? Решил просто обойти. Мне кажется, в дверки надо зайти. Вон, там что-то светилось. Нет? Показалось? Ну, вроде как нет, Риш. Мне кажется, там в дверке, которая закрыта, надо открыть. Да? Да. В этом есть смысл. Так, тут нихуя взять нельзя. Я почему-то подумал, что можно. Ну, давай волка приделаем, как минимум. Вон, часы, опять часы. Так, у меня маятник, я отсюда снял, туда повесил. Волк второй. F. Это закрыть ящик. Закрыть. А мне с тобой не весело. Тебе весело с ним, Ириш? А F ты там не нажал? Ты... Где? Дверка. Так а скорпион нужен, у меня нет скорпиона. У нас хоть какая-то хуйня, но я не знаю. Может быть, вот сюда она должна подходить? Нет, это же там орел. Может, как-то форму? Нет. Ладно. Нет, так нет. А в этой комнатке маленькой? Я там нашел тогда клей и больше нихуя полезного. Что делать? Ноль идей. Ну, одну нашли мы хуйню. Больше вот пока нихуя нет. Нет. Блин, ну видишь, оказывается, не в этой комнате. Ну, потому что я все осмотрел. Вроде нет. Тебе бы сохраниться, ты же второго волка поставил. Ну туда. Да, надо пойти на это. Ну, давай еще посмотрим, вряд ли он нас прям убьет. У меня хилки есть, оружие есть, вроде как не прям все плохо. Ну, выходит, не судьба. Походу он за нами где-то, да? Да, да, да. Как будто бы. А вон там не статуэтка лежала, да? Нет, внизу. Сам с собой, блядь, разговаривает. Да. Раздобудьте дробовик. Как, блядь, его раздобыть? Как? Я бы рад его забрать, этот дробовик уже, да снести ему нахуй бошку. Вот что нужно стримить. Стримить? Это тоже не открывается хуйня. Блять. А, отсюда выхода же нет. Закроем за ним дверку. И вот эту тоже закроем. Может, в сапоге что-то есть? Да нет. Может, внизу что-то пропустили? Там вон дверка, которая... Здесь мы во всех были комнатах. Он говорит, что не надо бояться. Может, отпустим ситуацию? А вот он... В комнате мы же хотели попробовать взять дробовик. Я пытался статуэтку вместо дробовика поставить. Нет, я имею в виду, он зашел за тобой как раз. А, не получилось. Мне не дало взять дробовик, когда он рядом. А, точно, да, я забыла. Я пытался. Так. Может, ножом какую-то дверь можно открыть? Потому что больше вариантов нет. Да я тоже вот не понимаю. Может, из этого коридора какой-то выход был какой-то? Тут что-то может... Да, я понял. Надо открыть какой-то. Тут тоже ничего нет. Тут тоже... Ну,
Блин, да что ты будешь делать? Какие еще идеи? Нету нихуя ничего, блядь. Тут нет подсказок? Да нет, только если в интернете что-то прочитать. Только если так. Но мы прям зависли конкретно. Да. Каждый день одно и то же. Хуёво бы у него дни. Пока его рядом нет. Да мы уже все обошли. Коробки некоторые можно ломать. Я иногда не совсем понимаю, какие из них можно, какие нет. Там вот есть еще что-то, что можно открыть, но у нас нет отмычки. То есть нам бы либо отмычку найти, там какая-то хуйня есть. Что в этой комнате? Anyway, сейчас он придет сюда, скорее всего, начнет орать, беситься. Нет? Да поеб, значит. Ой, как ты заебал. Чего же нам может помочь? Какого-то орла или птицу мы не нашли. Я поняла. Че? У него в руках штука. Ее надо будет поставить вместо дробовика. Думаешь, надо его нокнуть? Да. Посмотри, она вообще идеально подойдет. Он же отрубается периодически. Видишь? Мне кажется, пытаюсь... это идеальная штука для дробовика. Посмотри. Я уверена, что ей нужно будет заменить. Потому что ничего нет, тут остается. Он же отрубается иногда. Ну, что-то вот он вообще не хочет отрубаться. Стреляй в него. В бошку, наверное. В глаза, не знаю. Мне кажется, такой вариант. Других нет. А это бессмысленно бегать от него, видишь? Мне кажется, в этом и смысл, что его нужно отрубить и вместо дробовика поставить его херню. Ну, он вообще не дается. Дается! Но подобрать-то он ее не дает. Идея-то неплохая, но, блядь, он вообще... Дерись с ним. Вон он, блядь, отряхивается, стоит. Может, ножом? Пистолет? Не, не все, конечно, но... Слушай, давай! Мне кажется, надо с ним бороться. Давай, борись! Да! Как... Бери эту штуку у него! Нельзя? That's not very nice. Да почему нельзя? Это вообще идеально. Вот он меня с вертухи еще уебал. Ясно. Не, идея была неплохая, но, видимо, это не то, что нам надо. Что-то не то. Только духу. Я только все патроны потратил. Не переживай, что-нибудь придумаем. Не, мне кажется, все равно надо с ним сражаться. Окей, давай просто спрыгнем от него. Где комната? Давай загуглим. Я потому что у меня вообще идей нет. Эта штука, может, как-то его надо отрубить, она прям идеально подходит же вместо дробовика, чтобы поставить. Да вроде как да. Ну-ка. Сейчас. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Она тяжелая. Она подходит, но я не знаю, что нужно.
Это как головы найти. Угу. А, вот, смотри, вот этого у нас не было. Вернитесь на второй этаж. Да? Этого не было у нас. Подожди. Дальше на балконе можно найти вот эту убожевую женщину. Видеозапись Мии. И это надо будет ее посмотреть. А, третья голова, вот. Головоломку с проектором. Для этого вам нужно найти странную фигурку на втором этаже в ванной комнате. Мы ее нашли. Убегаем от него на первый, прячемся, когда он идет, возвращаемся к проектору. Надо расположить эту фигурку так, чтобы она стала похожа на ворона. Блять, я так и думал. Ясно. Ну да, в принципе, логично. Прежде чем спускаться по лестнице, ну понятно. Хуёво, что я эту идею отмёл, по-моему, мы решили, что это не подходит. Да. Вообще, надо... Ну, логично, фигурка. Повторим это. Попытку, потому что я всё потратил на то. Так. То есть вторую голову мы ещё не нашли? Сейчас посмотрим. Так, фигурка у нас уже есть, эпоксид мы скинем. А вторая голова? Сейчас посмотрим. Волка. Да, у нас вот эта хуйня висит, надо вторую голову пойти забрать. Так, это нам надо вот сюда, куда-то. Часы. Ага. Да, вот они, часы. Есть. Так, и надо расположить фигурку эту в проекторе. Сперва надо его... наебать, чтобы он был не в комнате. Он пока вроде не в комнате. А вон наверх пошел, вон наверх идет, вон он. Он увидел тебя. Да, да. Блять, надо его чуть-чуть отмансить. Он быстро ходит. Я понял. Он тебя убьет, если ты помнишь. Не-не-не, я просто поднимусь наверх. Сейчас мы его оставим на втором этаже как-нибудь, может. Да, да, он идет на тобой. Ой. Да, да, уходи. Сейчас он тоже уходит. Куда? Пытаюсь наебать судьбу. Надеюсь, сейчас получится. Да я на шифте всегда бегу. Давай. Ну давай. Короче. Анда, вон хвост, типа. Вон, типа, вот это. Подожди, крыло. Ты мне помешала слегка. Блять. Короче, вот это, наверное, вот. И вот так его надо. Подожди, очень. Просто мышкой. Во-во-во. Ага, вот так. Но надо как-то перевернуть. Сука. Так. Не так? Окей, давай попробуем. Короче, вот так он ее так двигает. И вот так. Это близко хотя бы? Нет, это не близко даже. Нам надо ее повернуть вот, чуть-чуть. Вот так. Правее. Ну почти. Вон лапка это типа почти прям. Надо чуть-чуть. Вот так.
Да, я понял. Так. А, может, клавишами? Во. Еще. Почти. Вот так может оставить. Во. Фух, ёб твою мать. Уходим. Да сейчас там надо забрать, наверное, голову третью. Who builds this shit? Этот дом полный загадок. Может, тоже станем семьей какой-нибудь ебанутой. Дом купим за городом. Напридумываем всяких загадок. Олень, ебать. Или это лось? Нет, это олень, наверное. Кстати, путаю всегда оленей и лосей. Там что-то взять можно на столе. Психостимуляторы. Используйте психостимуляторы, чтобы найти предметы. Холодильник открывает. Да что, блядь, был за звук? Он что, сюда придет? Эпоксид. Уходи. Блядь, придется использовать, походу. Еще патроны. Отстань от животного. Сука, ёбаный олень, блядь. Любимая, нам временно не надо терять. Вон дверь надо. Сейчас, погоди. Сюда можно... А что тут надо? Психостимуляторы, голова белой собаки. Тут что-то надо, что-то пройти. Че, сейчас использовать психостимуляторы, что ли? Наверное, да. А вот еще дверка есть какая-то. Ну, я про нее и говорил сначала. Нечем открыть. Отдыхающий муж и жена. Муж – это успех. Он 12-й по счету. К сожалению, жена не пригодилась, так что придется от нее избавиться. Три студентки. Они протухли, придурок Лукас все испоганил. Бездомные. Обращение заняло 3 дня. Он 13-й по счету. Обращение? То есть они обращают людей в кого-то. Ой, блин. Похоже, это все те, кто пропал без вести. А нельзя их вытрясти оттуда? Нет? Ну это на рыбалку чисто. Древняя монета. Пиздец, опять слоты забью сейчас. Там было написано, что ты можешь обращать предметы. Объединять. Но я сейчас не могу ничего объединить. Так, ну тут нихуя нет. Еще есть дверка одна. Бля. Ты стену пропускаешь вот это. Ты кто так? Ой. Там было написано в голову стрелять. Да? Да. Ну, будем пытаться. И убегать от них. Надо обратно возвращаться. Я думаю, его можно убить. Нельзя. А психостимулятор, ну... Да, в голову стрелять надо. О, вроде как он кончился. Возвращайся в ту сейчас, комнату. Сейчас, да, надо там посмотреть. Нам надо третью голову найти. Если не получится, то психостимулятор завязаем. Так, тут что-то вообще есть в этой говне в этом. В дверь, иди в дверь. Пиздец, они тут все засрали. Ящики. Ломаются? Нет, ящики не ломаются. Окей, идем дальше. Тут скорпион нужен, у меня нету его. Ящики. Спуск еще. Тоже не ломаются. Дверь. Ага. О, это дверка с сохранением. Сохранись. Вот сюда можно что? Выберите предмет для использования. Сохранись. Сейчас. Дорогая Кортни, эти сволочи ищут меня, но, возможно, так ты так сможешь выбраться отсюда. Ищи барельефы в виде собачьих голов. Одну из голов я видел в селекционном подвале. Возьми ее, это ключ к свободе.
Со мной что-то не так, возможно, из-за того, что они накормили меня этой гадостью. Если мне суждено умереть, буду драться до конца. Доберусь до дробовика, который я заметил в комнате, они пожалеют, что со мной так обошлись. О, а тебе надо выбираться отсюда, я люблю тебя, Кортни. Сохранись, а потом будешь все читать. Сейчас, сейчас, я все это скину. Что нам не понадобится? Голову... Эпоксид не понадобится точно. И вот эта хуйня не понадобится. Это что, психостимулятор? Это мы сейчас заюзаем. А где тут сохранение? Так ты сам сказал, комната сохранения? Я бы подумал, что ящик, и поэтому комната. Ясно. А, тогда ясно. Тогда кстати, ящик, видишь, мы в том ящике положили, и в этом ящике сохранилось. Отлично. Хотя бы эта система работает. Пистолетные патроны. Поход... Там было написано, что внизу в подвале третья голова. А вот сохранение, да. Дальше? Да я нервничаю. Давай сходим до третьей головы. Хотя бы. Хотя бы просто посмотрим. Ну да, хотя бы... Глазком одним взглянем. Что там? Если там дядя, то ну нет, так нет, как бы, ну, мы не претендуем. Тут опять, наверное, будет это существо. Да тоже так думаю. Скорее всего, они теперь будут частенько появляться. А здесь третья голова. Ага, подвал было написано. Заперто с другой стороны. Обходи, значит, с той стороны. Вроде нету. Давай в голову, в голову, прям в голову, в голову, в голову. Да блять. В голову. Еще. В голову. Да. Знаешь, на самом деле ты даже мешаешь немножко вот этим. В голову, в голову. Вон дверь. Тише, что? Тише, тише. Слышишь? Да. Это, я думаю, это та дверь. Ну ладно. Нет. В голову. Да понял, ёб... Тыщ. Нам бы дробаш, конечно, не помешал. Да пиздец ты. Молодец. Сколько? 4 раза где-то надо попасть в голову. Тогда она умирает. Что, тут есть полезное, что ли? Блядь, серьезно? Нихуя полезного? А нахуй вы тогда этот ящик придумали? Записка. Лукас, я поймал парня, который все пытался сбежать. Запер его в левой печи для кремации, так что теперь ему не выбраться. Вытащи его, как будет готов. Ты ведь знаешь, как там открывается дверь, верно? Просто запомни. 3А и отпечаток руки. А с девкой делай, что хочешь. 3А отпечаток руки. 3А отпечаток руки. Можно спрятаться, может? Да, да, наверное, F. Это загадка, походу, какая-то. Тамара? Тамара, блядь. Да, это, наверное, какая-то... Смотри, 3А. Вон отпечаток руки. Отпечаток, да, да, вот 3А. Что такое 3А? Лара, Уильям... Шоу. Ну, Тамара, наверное, А тоже. А? Шоун. Нету Шоун Тамара. Да, Шаун, вон Шаун. Три имени с буквы А на конце. Там... Тут нету А. На конце это А. Это Шоун, типа? Там три имени с буквы А. Это не надо было открывать. Отпечаток руки. А, ну ладно. Ну, написано, вот что это. Сначала Шоун, тут нет А. Нет, не так. А как? Тогда не знаю. Ладно. Отпечаток руки в последнюю очередь надо было открыть. Там же было написано 3А, потом отпечаток руки. Ну вот, и здесь нет. Здесь вот 2 H есть, да. Да. Здесь отпечаток Шаун или Шоун. Тамара. А, слушай, в Тамаре, блядь, 3А. Да, кстати. Что, блядь? Еще. Опа. Ох, ебать. В голову. Давай. Давай. Блядь, мимо.
шею стреляешь. Убил меня, пиздец. Да я... Он сильнее, чем те. Закончим? Давай добьем вот этот момент. Тогда уже закончим. Это плесневики называются, блядь. Вот сука, какие они неприятные, блядины. Так, стоп. Тут же еще нету. Он сейчас здесь будет. Здесь точно один есть. И потом второй из Тамары, блядь, вылазит. Дальше, по-моему, да? Мне кажется, не количество выстрелов зависит. Ты просто считал 4, просто в голову надо стрелять. Видишь, ты прям в рот ему стреляешь. Ну, блядь, попасть сложно. Ну, я понимаю, ничего не говорю. Так, сюда мы тогда пошли. Но суть была здесь. А, блядь, он уже еще... сразу. Нет, а, там был же, да, был, да. А потом открываешь печки и еще один. То есть три в итоге. Да. А, ты че еще так можешь? Блядь, в голову. Закрывается. Давай, стой, почти. Стой, стой, стой. Есть. Патроны кончаются, блядь. Да, точно, третий сейчас будет. Ну-ка, тут снизу был че? Порох. Я могу порох объединить. А, гильзы нужны. У меня 8 патронов. Удачи. Удачи? Спасибо, любимая. Тамару открываем еще одно имя и... Сейчас, сейчас. Откроем, блядь. Я смотрю, может, тут какие-то патроны есть. Так, там, Тамара. Может, что-то лежать будет. Да я вот думаю, что как бы убьем его, что-нибудь полезное выбьем там. Может, стороночку надо отойти? Стреляй в голову. Есть раз. Второй. Блядь, нет. Похилился. Нет, пиздец. Патроны. Еще патроны есть. Пиздец, да как его убить? Сюда с дробовиком надо бы идти, но мы не можем его получить. Нет, мы должны это, блядь, добить, но я не понимаю, как. Ты, мне, по-моему, кажется, считай не количество выстрелов. Да я тут даже не в количестве, я в него уже стрелял просто уже столько, сколько можно. Мне кажется, без перебоя просто надо стрелять и все, а не паузу делать. Потому что ты в этих сколько стрелял без перебоя, они сразу погибали. Да блять. Окей. Давай, блять, следующий. Сейчас будет здесь. Он закрывается, он умный. Все. Есть. Отлично. Если сконцентрироваться, можно. Да, если вот сконцентрироваться, то да, любимая. Ты сможешь, я в тебя верю. О, ничего себе, поддержка. Отходи в сторону. Давай. Блять, попал по мне. Еще, блять, два раза. Уголочек зашел, зря. Я думаю, что... Да. А, перезарядка, блядь. Может, спрятаться можно в этих штуках как раз. Он не хочет умирать. Да. Пиздец. Ты видела, я его в целом попал несколько раз в голову. И потом я еще в него нашпинговал. А в этих штуках нельзя спрятаться? В которые мы открываем. Не знаю. Если... Да он как-то не дает возможности. Может, ножиком попробую? Не, ножик, мне кажется, хуйня. Нет, ты что? Он тебя, у него рука, видел какая. Во-первых, тебе тоже да хуйня, нет, наверное, ты что? Идея. Там... Да как я, блядь, от него...
пиздец. Я уже от этого, блядь, еле. Окей. Ну, придется, блядь, как-то от него бегать. Я, наверное, пойду на... прям назад, прям к лестнице пойду. Максимально от него стараюсь убежать. Блядь, не сюда. Походи, тварь. На. Ну где ты? Давай, давай! Господи, ёб твою мать. Может сохраниться? Сейчас, я должен посмотреть, что там. Мне это сейчас важнее. По-моему, важно. 4 патрона, блядь. А там еще. Думаешь, их там несколько вылезло? Чё тут? Ключ от секционной. Окей, ключ у нас сохранись. Есть. Сохранись. Вроде больше нихуя не было. Окей, пойдем сохранимся, и тогда ключ уже пойдем в следующий раз куда-нибудь использовать. Да, игра сложная. Прям потно. Быстренько, только сохраняемся. Главное, чтобы батя сейчас не вылез. Давай, сохранись. Так, помнишь, куда... где сохраняться? А куда идти? А, не, по-моему, не сюда. Вот дверь, наверное. Да, по-моему, здесь. Сразу нажимаем сохранение. Да ничего с нами не случится. Не, давай на отдельный свод. А нельзя на отдельный нельзя. Свод? А вот новое сохранение. Вот так сделаем. Ух, блядь. Ладно, гайс, вот такой сегодня видос. Мы что-то прям охуели. Плюс еще я часть того видоса еще добавлю к этой. Будет, короче, больше. Ну, посмотрим. Ладно, прощаемся с вами. С вами был Билли Поттер, Иришка. И ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в сообщество ВКонтакте. И всем пока. Пока.